В Росинке праздник. В течение нескольких месяцев здесь, на улице Недели на 7В, проводился капитальный ремонт корпуса детского сада номер 32. И, наконец, работы завершены. Детский сад не только снаружи красивый и яркий, но и внутри достаточно много продумано, сделано. И все соответствует нормам и пожарным, и санитарным нормам. Детский сад очень давно этого ждал, и как приятно, что все сделано и комплексно. Хочу поблагодарить свою команду за то, что мы смогли это все вместе воплотить, сделать непосредственно. Во вторую очередь хочу поблагодарить Ирину Сергеевну, потому что она постоянно, как мама, можно так сказать, которая нам всегда помогала, подсказывала. Капремонт закончен, и вот настает долгожданный момент открытия. Ура! С открытием нас! Такое обновление детского сада стало настоящим подарком к Новому году и для коллектива учреждения, также для родителей и для ребят. Более 200 воспитанников ждали открытия детского сада. Ремонтные работы начались в мае и продолжались до конца декабря. За это время учреждения полностью модернизировали. Такое яркое цветовое решение внутренней отделки не единственное, благодаря чему корпус преобразился. За время капремонта поменяли инженерные сети, кровлю, здания. Постройки середины 70-х годов теперь соответствуют современным стандартам. В том числе пожарной безопасности были сделаны дополнительные выходы. Кроме того, установили пандусы на входных группах, новые перила на лестничных маршах. Провели ремонты в санузлах. Нетронутой, пожалуй, осталась лишь кирпичная кладка стен. Но и фасад здания, как, впрочем, и вся территория сада, теперь выглядит иначе, в том числе благодаря новому уличному освещению, а также заново заасфальтированным дорожкам и обновленным прогулочным зонам. Ремонтировался по программе развития инфраструктуры военных городков. Это программа ЖКХ, действующая совместно с программой образования Подмосковья. На данный детский сад было выделено порядка 50 миллионов рублей при 5% софинансировании городского округа Щелково. Родители счастливы, что дети пойдут в новые стены. 8 групп. Есть у нас одна группа детки с 2 до 3 лет, ясельный возраст. Остальные все 3, 4, 5, 6, разновозрастные. Распахнет свои двери для мальчишек и девчонок корпус уже совсем скоро. После новогодних праздников дети вновь придут в любимый, теперь уже обновленный детский сад. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.